меня это устраивает. Всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте МТА Провинция. Ссылочка на проект, естественно, будет в описании под роликом, ну а я прямо сейчас зашел на четвертый сервачок, чтобы покататься, вообще посмотреть, что тут, как тут. Взял акулу, на которой вообще капец как давно не катался, прям уже соскучился на самом деле по этой тачке, и как видите, тут начинается какой-то пиздец, мягко говоря. Вот, также по ссылочке в описании обязательно переходите в мой телеграм-канал, ребята, подписывайтесь, там очень много крутой эксклюзивной информации выходит. Ну, и подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайк, там пишите комментарии, всякая вот эта вот тема, ну. А я сейчас хочу, мне вот очень интересно, этот пацан вообще выживет или нет? Или они его все-таки загребут? Так, ну ладно, я сделал вид, что я приехал чисто заправиться сюда. О, да я тебя могу расстрелять. Не надо. Может код. А я один, на кого мне код делать? Глобальная погода. А у тебя что последнее? База. Бейс. Максимал какая? Ой, я не помню. Ну, 340 есть, нет? Не, откуда, тут только база. Не поймайте. Я согласен, мы на первом повороте разводим. Если стрелять не будете, не поймаете. Я стрелять лично не буду. Я не буду, нам запрещено вас водить. Ну что, поехали? Поехали. Сразу началась тема. Так, ну там довольно-таки много полицейских. По-моему, только одна патрулька с нами сейчас сорвется. Удалось ей поговорить. А, нет! Ни одна! Решили, видимо, все сорваться. Хотя общался я только с одними. Ну, пока что пред теперь есть. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Санечка, снимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Ну, 4 патрульки сорвались. 4 патрульки сорвались. Ладно, это погоня на 4-м сервере. Думаю, тут многого объяснять не надо. Тут все по красоте. Блин, я вот единственное, что вспомнил. На акулке есть такая проблема. Она не любит кочки. И тормозить она тоже не очень, видимо, любит. Я уже давно на ней реально не ездил. Я уже все забыл. Они вот и улетели. Бедолага, вот и улетел. Смотрите на это. Ой-ой-ой, я чувака подрезал случайно по пингу. Я просто поворачивал на свою сторону, а он там стоял. Из-за этого он улетел в другого и улетел и разложился. Короче, у нас из 4 патрулек на данный момент 2 едут. Одна в воде, одна на столбе намоталась, на столб. Ну, тот, который на столб намотался, он быстро приедет. А вот тот, который в воду улетел, я уже вряд ли уверен в том, что он сможет продолжить погоню. Вот это он хорошо придумал. Молодец. Наебал. Наебал. Слушайте, ну в Мирке не самая лучшая затея гоняться, учитывая то, какие здесь... А, подождите, а светофоры еще выключены, да? А что теперь, светофоры до 12 дня выключены? Это, кстати, круто, если это так. Это сейчас фармеры, наверное, ликуют, которые по Москве там просыпались, такие хоп-хоп-хоп. Вот здесь сейчас подлететь можно, поэтому я приторможу. Они не тормозят, вот чекайте. Раз, подлетел, два. Вот здесь сейчас, вот здесь улетят. Нет, здесь они притормозили, ладно, тоже понимаю. X5, вот так просто рядом пролетает. Так, все хорошо, я держусь, у меня все под контролем. У меня все под контролем. Кстати, у меня есть пистолет. Ну, я же ОПГей, у меня я состою в ОПГе, поэтому у меня есть ствол. У них тоже, конечно, есть, но, в принципе, 1-2 стреляться имею право. Вот больше не имею, 1-3 уже, по-моему, мне нельзя. Я каждый раз-то забываю, но поэтому я и не рискую стреляться 1-3. Только 1-2. В 1-2 просто я уверен, что можно. На процентов 20. Ну, все-таки уверен же. Вот. Как вкусно. Да. Расскажешь. Влететь он в меня хотел. Хорошо. Опа. Этот... Куда по полям? Куда? Я же не специально, я с дороги улетел. Ой, блядь. Вот это было вообще нехорошо. Спасибо, что белый дым тебе. Типа... Уже стреляют, что ли? Ты серьезно? Я тоже стрелять могу. Да ладно! Серьезно? Фига они разложились! Как я в ответочку стрелять начал! Вы видели, как они разложились? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А вот нефиг было по мне стрелять! Нефиг было по мне стрелять! 315 максималка. Мне там мент просто спрашивал, сколько максималка. Нет, так... Алло, у нас же красивая погоня намечается. Зачем стрелять? Но я им в ответочку нахеракал. Ой, он разложился и, кажется, сейчас взорвется. Нет, не взорвется, выехал.
Капец! Я в него начал стрелять, он, видимо, потерялся с этого и начал раскладываться по всей дороге. Слушайте, ну, мне нужно уходить, у меня варианта сейчас нету. Я либо ухожу от погони, либо они меня достреливают. Но я знаю, как уйти. Я сейчас просто из города выезжаю, и все, они меня не найдут. В лесу, в лесах, в лесополях. Что сказал? Ничего не сказал, нормально общаюсь. А чё, а чё? Так, ладно. Штрафы я вряд ли набрал 50к, но все равно нужно будет оплатить. Сказочный долбоёб. Ля-л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 я
Ну, так разложиться, это надо было постараться. Ну реально, на акуле 100 лет не ездил, я вообще забыл, как она управляется. Сейчас просто на ровном месте разложился и тачка затоталилась. Ну, хорошо хоть рядом со СТО. Толкать далеко не надо будет. Вот это реально хорошо. Так, ладно, я сюда убегаю. Ну, по-моему, вон они едут. Вон они едут. А, или это не они. Так, уфига, красивые цифры. Так, штрафы оплачиваем. Все, теперь они меня точно не могут найти. Что это? А, это истребители. Давайте по истребителю постреляем. Ну, они приехали, вон они. На карте их видно. Ну и что, вы ко мне поедете? Нельзя. Нельзя. Нельзя ко мне ехать. Я, короче, очень жестко спрятался. Найти меня, ну, не представляется возможным, поэтому, скорее всего, мы все-таки ушли от погони. Да, мы затотали тачку, но мы ушли. В этом месте они меня, ну, никак не смогут найти. Поэтому будем сидеть пока что здесь, переждать. Надо немного. Ладно, я устал ждать, пошли. Ребята, короче, уехали, полицейские. Приезжало где-то две патрульки, наверное. Ну, я то, что по мини-карте видел, то я ему говорю. Вот, они стояли, что-то пытались, наверное, номера увидеть, но номеров-то тачки нету, потому что они раздолбаны. И все, а меня тоже рядом нету. А у меня ни розыска не было, ни штрафов не было, то есть они меня даже никак отследить не могли. Но только по мини-карте они могли увидеть меня, то, что там вот там в той стороне квадратик бегал. Но они этого решили не делать, потому что красавчики. Потому что они нон-рпэшн. Ну, молодцы, чё. Вот это приятно, когда ребята не нон-рпэшн. Сейчас будет весело, если я подойду по шине, они так мимолетно здесь проезжать будут. Но я бы хотел это очень аккуратно. Так, главное за руль не садиться. А, стоп, номера есть, лол, сзади. Прикольно. Ну, они мне по номерам розыск не могут выдать, но они могут, типа, объявить владельца авто в розыск. И тогда им окажусь я. Мне, кстати, только что осенило, что объявлять розыск по номерам это норма. Типа... Они объявляют владельца, если владелец я, то правильно объявляется меня. А если владелец кто-то другой, то, ну, розыск к тому человеку не придет. Но опять же, это именно в ситуации, если я действительно владелец. Если я не владелец, то я катаюсь на чужой тачке, то по номерам нельзя пробивать. Ну, короче, да, я кое-что понял, но и кое-что все-таки был прав. Ладно, не суть. Я, кажется, ушел. Я не знаю, сколько вообще ролик вышел. Мне... Сейчас я посмотрю. Я сейчас посмотрел, ролик вышел в районе 8-9 минут. Реально погоня, в которой мы ушли от четырех патрулей. Ну, конечно, большую роль сыграло то, что у меня тоже был пистолет, потому что без пистолета меня бы сейчас просто растулили и все. А так я смог ответить, и это их просто, ну, они потерялись в этот момент. Особенно чувак на X5, который первый начал стрелять. Когда я ему в ответ начал стрелять, он что-то затормозил, и из-за этого все, кто сзади него ехали, поврезались. Один вообще с моста улетел. Короче, да, получилось довольно-таки забавно в этом плане, что ствол мне вот так настолько сильно помог. Вот, но в целом погоня получилась довольно неплохая. Ну, наверное, коротенькая, да, ну коротенькая. Ну, что поделать, ребята, что поделать. Я не виноват, не мы такие, а погони такие и менты такие. Они, причем, они меня расстреливать стали, поэтому у меня уже вариантов не было. Кстати, она бы в любом случае дольше не получилась, потому что рано или поздно они бы меня расстреляли. Ну, как рано или поздно, скорее всего, рано. Потому что вряд ли у меня бы еще раз получилось по ним пострелять, и они бы опять все разложились. В любом случае, ребят, надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, ребята. Всем пока-пока. Нет, ну... Это тоже было неплохо, я считаю.